Hello, people! Вы на игровом канале Iron Hat. С вами Lord Voodoo, и сегодня мы поиграем новую часть игры Call of Duty Advanced Warfare. Не знаю, что за игра, много и отрицательных, и положительных отзывов я не слыхал. Но, как говорится, пока сам не увидишь, ничего не поймешь. Мы приходим в этот мир с закрытыми глазами. И многие всю жизнь так и живут. Мы слепо идем за любым вождем, лишь бы нам дали шанс наполнить свою жизнь смыслом. Для меня это был десант. Полгода назад мы с моим лучшим другом Уиллом стали солдатами. Мы оказались на другом конце света, в Южной Корее. Братья по оружию. Нам часто приходилось туго, но я всегда знал, что могу на него рассчитывать. Веселей, Митчелл. Все не так уж плохо. Ну ничего, сейчас начнется. За этим мы сюда и пришли. Но мой отец был морпехом, так что у меня особого выбора не было. Вот как? Я тоже здесь из-за отца. Хотелось убраться от него подальше. Ну, дальше уже некуда. Так, внимание! Слушайте! У нас приказ проникнуть на Эпсилон! Быстро и грубо, как мы вас учили! Во всем разобрались! Все знают, куда идти! Ура! Все готовы! Ура! Ну, поехали! Митчелл, Айронс, вперед! Работаем! Северные корейцы напали на Сеул. Мы сумели дать им отпор. Это было не задание. Это было посвящение. Боевое крещение Сеул, Южная Корея. Тип скелета штурмовой, сильные прыжки, акустика, система приземления. Барсук 01 на связи. Держитесь, парни. Поехали. Как на учебе, Митчелл? Ну, графон, как и следовало ожидать, кинематографический. Играем мы на PlayStation 4, как я обычно и делаю. 30 секунд до точки входа. С недавних пор я даже не парюсь, потому что мне там на ПК можно что-то проходить. Нету таких игр, которые бы на PlayStation выглядели хуже, там, чем на ПК. Тем более, PlayStation все-таки отыграется на телевизоре. Космонавт, зона снижения под мощным обстрелом. Тормозов я пока не замечаю. Держись! Я достиг контрольной точки. Митчелл, закрой бронещиты! Давай, Митчелл, быстро! Давай, давай! Ну давай! Давай! Меняю точку сброса! Как он все успевает? Я вообще ничего не понимаю. Приготовились! Там мы, видимо, промахнулись. Ты как, цел? Митчелл, к двери. Так. Теперь левую сторону давай. Все пропало. Российские войска ворвались в город и пробиваются к вашей позиции. Не нарвитесь на их огневую группу. Вас понял. Группа не спать. Осторожно! А где мой улучшенный костюм? Черт! Так! Нам надо оказаться внизу на земле и связаться с подрывником один! Понял, сэр! Так ну что, пока я ничего не пойму, конечно.
не бегать. Контакт! Контакт! Ух ты, как я их всех расстрелял. Интуитивно, так сказать. Можно подобрать арт чего-то там. С этой стороны есть место для высадки. Свободная площадка. Придется прыгать. Всем приготовить бустеры. Не забудьте, контролируем снижение короткими выбросами. Зашибись. Героически я сделал. Нажмите справа, чтобы активировать систему приземления. Всем приготовить бустеры. Не забудьте, контролируем снижение короткими выбросами. Ты как? Понятно. КП должен быть впереди. Это наши? Это наши, да? Ух ты. Тяжелый какой. Так. Не потеряться бы от своей команды тут. Группа Барсук 227-й. Оказываем поддержку подрывнику 1. Они уже идут. Черный командир у нас. Думаю, что вас всех ухлопали. Где они? Пошли как к северо-западу. Квадрат 775. Хорошо. Выступаем. Контакт начал. Барсук 01. Внимание. К вам идут. Ну что, идем? Вас понял. Всем смотреть в оба. Носим что-то. Береги это наши. Тимуровец просто. Так, это наши? Это не наши. Есть. Ой, это наши. Вот дерьмо! Дроны, что за дроны нахуй? Укрыться, укрыться! Берегите себя! Кто-нибудь залезьте на эту турель! Так, ну это, наверное, надо будет мне, да? Так, бежим. Войти. Тартал 2. Митчер, давай на эту турель! Так, залез. Не подпускай к нам дроны. Нужно время, чтобы зарядить эми. Где эти дроны? Их тут полно! Вот они. Черт, слишком тяжелый урон! Чё себе они? Бей по дронам! Стараюсь. Заряд эми 50%! Это, блин, какой-то хрень какая-то, кризис какой-то непонятный. Эми, заряд полный! Огонь! Красота. Я еще умею прыгать. Двойным прыжком. Давай, крутяк. Давай. Надо пробиться через столбик отель. Сломал. Интересно, тут все разрушаем или нет? Наверное, нет все-таки. Так, ну и что? Чтобы выполнить уклонение, нажмите R3 и двигайте. Нам враги на тросах! Так. Где-то там враг. Милый враг. Давай, давай! Вот наш. Перезаряжай. Да что? Контакт! Нифига себе, я сейчас себя убью нафиг. Тимуровец, блин. Граната. Нифига.
Промахнулся. Ну где вы там? Балконный. Давай, давай. Наши уже прошли, блин, дофига. Я там корячусь что-то все. Надо перебраться на ту сторону. Готовьте бустеры. Держите квадрат, чтобы планировать через препятствия. Покажи мне. Нормально что. Квадратиком можно. Звуки какие-то странные. Хорош языком. Пошли. Пошли. Установка Хейвард прямо по курсу. Это наша цель. Мы должны найти наших подрывников. Они уничтожили целую улицу. Ракеты Хавок. Северные корейцы разносят основные дороги. Чтобы попасть в торговый район, нам надо как-то обойти этот провал. Подрывник 1, это Барсук 01. Вы там? Прием! Вас понял. Принимаем. Идем пешком. Будем через 15 минут. Вас понял. Держим оборону. Прием. Понял. Поторопитесь, Барсук. Это дроны! Ё-моё, опять эти дроны, а? Парки противный такой. Учили, как рукопашкой-то драться. Чисто! Р3 вроде бы. Через вагон! Они пускают дым! Кидай сенсорную гранату! Вот он. Сенсорная граната, ничего так. Чисто. Всех видно зато. Прикольно. Я иду за тобой, малыш. Чувак, давай беги. Вот дерьмо. Эти твари всех убили. Не отвлекайся. Мы им уже не поможем. Япона, мать. Всех разнесли лома вообще-то. Митчелл, открывай ворота! Так, это мне опять, да, делать? Куда палишь? Тут свои! Назовите себя! Спасатели из Атласа. Идем, важную персону. Как у нас дела на юге? Дерьмо. Давай в восточный туннель. Вас понял. Вперед! Удачи! За мной! Вип-персона? Уилл, это не твоего отца компания? Да. У них лучшее снаряжение, платят отлично. Почему ты сам не завербовался? Я хотел служить своей стране, а не своему папе. Хорош болтать. Впереди движение. Патруль. Кладем их. Чё это? Он еще! Вы где? Блин, как садиться-то, прятаться? Я прятаться не умею, блин. У меня такой кнопки нет. А, вон, нолик, научился. По своим бьёшь, по своим! Ага. Это, блин, я что-то... как-то неправильно сделал. Сюда. Да пошел. Блин, почти ушел, а.
Опять своего. Да чтоб тебя. Куда вы лезете? Тут опять свой, блин. Что ж такая непруха-то, а? Тут же помощник мой был, уже нет? Уже ушел куда-то. Все. Сейчас меня опять будут убивать, походу. Что-то у них какой-то патруль прям такой. Подрывник один, мы здесь! Надо двигаться! Все прыгает, блин, виляет, сыпется, шуршит, шумит. Такие мы идем, героические. Нам нужно найти подрывников. Митчелл, сюда. Там пусковая установка Хавок. Подрывники должны быть рядом. Вон там! Черт! Убиты! Так. Так. Я вижу их взрыв-пакеты. Мы сможем справиться сами. Сэр, мы не подрывники. Нет, мы не подрывники. Но если мы будем ждать следующую команду подрывников, пусковая установка успеет сменить позицию. Я заберу заряды, сэр. Просто прикройте меня. Уверен, Уилл? Да, я справлюсь. Хорошо. Митчелл, пойдешь с Айронсом. Возьми эту хрень. Мы тебя прикроем. Ну, начнем. Какой я смелый, оказывается. Враги на балконе! Блин, сколько их тут? Заряды с часовым механизмом. Поднять. Уилл, на установке тяжелая броня. Ты должен найти панель доступа и поставить заряды в нее. Вас понял, сэр. Митчелл, за мной. Давай докажем, что эти ребята умерли не просто так. Так, ну вроде правильно идем. Классная пуха, конечно, у меня. Чукидо, давай. Что делать-то? И сколько вас тут? Шумня.
Нормально, себе пуху такую выдрал. Так. Сейчас меня будут, по-моему, что-то со мной будет. Митчелл, сюда! И чё? Заряды! Таймер рванул! Отрубай себе руку! Чёрт! Я сломал руку! Как больно! Ну, тяни! Чёрт! На таймер забей! Ещё раз! Дёргай! Мы взлетаем! Уходи быстро! Митчелл! Чё, уходи, давай руку отрубай себе! Прыгай! Откуси её, как волк, конечность в капкане! Порядок! Там увидимся! Скотина взяла меня, спихнула. Блин, такая глупая смерть, а. Митчелл! Митчелл! Космонавт, Барсук 2 ранен, эвакуация! Держись. Не уходи. Все будет хорошо. Ты скоро будешь дома. Ух ты, у меня тоже руку оторвало, что ли? Вот это да. Задание выполнено. Боевое крещение. Отряд Барсук смог отразить атаку северокорейцев. Город в безопасности, но такой ценой. Билд Айронс мертв, а вы изувечены. Так, ну можно было, конечно, и лучше пройти. Ну, для первого раза, я думаю, пойдет. Улучшение. Получаете очки улучшения во время прохождения выполнения 4 вида испытаний. Убийства, хедшоты, убийство, граната и сбор разведданных. Очки улучшения можно использовать между заданиями для улучшения вашего экза. Так, ну у меня что? У меня 2 очка улучшений. Сопротивление, отдача, перезарядка, дальний бег, батарея. Так, батарея увеличивает использование экспоспособности на 1. Количество летальных гранат, перезаряд, или скоро перезарядки. Перезарядка, наверное, вот у меня сейчас важна мне. Так, количество летательных гранат, сопротивление от взрыва только. Да что, оружие? Сопротивление от взрыва, да, вот я один раз умер от гранаты, так глупо. Так, ну, пойдет как-то так. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Продолжение следует, если будет хорошие отзывы. Нужны будете лайки ставить. Ну, продолжим. Все, до новых встреч. Пузырь оторвал, блин. Да. Ну что ж, дорогие друзья, давайте ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Продолжение следует. Артемка тут, блин, вещи творит что-то.